Трагедия произошла 24 мая. В Скопине у одного из торговых центров на улице Ленина молодой человек с ножом напал на вышедшую из своего авто 36-летнюю жительницу. О нем известно немного. Егору Фадееву 22 года, с предпринимательницей, которую несколько раз ударил ножом, был знаком. Нанеся 2 ножевых ранения, он сразу же с места происшествия скрылся, а потерпевшая при госпитализации ее в центральную районную больницу скончалась. По уголовному делу было собрано достаточно доказательств, которые указывали, что действительно ранее поддерживал взаимоотношения с погибшей, и, однако эти отношения были за несколько месяцев до произошедшего прерваны, и именно вот ревность сыграла свою решающую роль. С места преступления молодой человек скрылся. Его объявили в розыск, но через 2 дня он пришел сам в следственный отдел и дал признательные показания. В ходе расследования было проведено 20 судебных экспертиз, опрошено 30 свидетелей, которые опознали Егора Фадеева. Судмедэкспертиза признала его вменяемым. Приговор суда – 9 лет, 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».